Невеликая по колькости удельников сустрэша свечить об оперативности яе проведения, обмерковать проблему, связанную с гибелью детей, выросли по гарашых следах. Головная мета – найти новые формы уздеяния, у основной на батьков, бо миновито за их бесклопотных поводзина у нашем регионе гинут дети. Мы не сумели дойти до каждого взрослого, хотя вот из тех последних случаев, которые произошли буквально на этих выходные, у меня есть информация о том, что наши некоторые руководители субъектов профилактики беседовали с тем или иным родителем, заостряли вот эту тему о том, что нельзя ребенка оставлять одного, но, к сожалению, произошла трагическая такая вот ситуация. Каждый год огульная колькость детей, которые гинуть от внешних причин, сопоставная целому классу школьников, которые уже николи не сядут за парты. И у 50% всех выпадков отказность за несчастное здарение лежит на батьках. Как пример, недавняя гибель 8-годового хлопчика у вёсцы Красница Рогачевского района. Он пропал около 10 годин раницы, а дорослые забили тревогу только у вечера. У вынику дитя нашли у канализационного отстойника, который не был перекрыт. Махчима, коли б дорослые одумались худшей, история не скончилась об трагедии. Второй ребенок также погиб по безалаберному отношению матери к нему. Ребенку 11 месяцев. Мама купала ребенка, оставила ребенка в ванной, вышла и по возвращении обнаружила его утонувшим. Также хочется обратить внимание родителей на то, что в Гомеле уже третий случай за это лето падения детей из окон. По статистике, раней на территории Гомельской области от внешних причин каждый год гинуло до 60 детей. У 2013 и 2014 средняя колькость ахвяр зменшилась до 30, але сёлета только за 7,5 месяцев загинули 22 неполнолетние. Шмат детей страшивает житё в вынику купания на необсталяванных и неаховываемых пляжах. Дети выпадают из окна, опирающиеся на москитные сетки. За спрэшек с батьками принимают решение сойти с життя. У нас преобладает смертность среди детей возраста 1-4 года и подростков 15-17 лет, то есть по 5 детей вот данной возрастной категории. Члены комиссии по справах неполнолетних что год распрацовывают новые методы профилактики несчастных выпадков. Але без разумения проблемы батьками на ситуацию кардинально не поуплывать. Хвилина безотказных поводинов может привести до страты самого дорогого у житті. Александр Гамоля, Дмитрий Радянко, телерадиокомпания «Гомель».